Приветствую вас на канале Hobbit Wargamer. Hobbit. Андрей. Все просто. Добро пожаловать в новую серию, новый раунд противостояний в Warhammer Underworlds. И сегодня мы играем бандами. Я играю за орков, за старых орков первого сезона. Я опять играю за гномов, но за других. Это... Ну, гномы первого сезона, что это, ключники, ключи собирают. В общем, мы уже играли таким составом на заре нашего увлечения. Да, это была моя самая первая банда, которую я купил. Да, после старта, после старта. Да, да, ну старта я не беру еще. Ну, Андрей меня подсадил, на самом деле, стартером на эту игру. Спасибо тебе большое, Андрей, это гигантская коллекция теперь всего, под которой ломаются полки. Жалко, я не получу 100%. ГВ, ГВ, где процент Андрея? Да, так что что, играли мы уже, играть хочется еще. Орков этих я боюсь, потому что они мне в прошлый раз вламывали, но я был неопытный. Сейчас у меня чуть-чуть побольше опыта. Орков теперь побольше павера. Да, так что я думаю, мало что изменилось. Посмотрим, как пойдет. Ну, короче, погнали. Так, у нас первый раунд. Поля ориентировал я. Первым расставлялся я. Мне кажется, все броски. Я как-то так... Я выиграл, но я при этом, мне кажется, стратегически как-то проиграл, потому что как-то не так поставился, не такие решения принял. Ну ладно, посмотрим. Время покажет, как говорится. Хотел сбрасывать карточки, но тоже не решился. Не решился. Андрей, у нас сейчас что? Бросок на... Первый ход. Кто первый ходит, у тебя плюс крит. Да. Потому что, опять же, я как-то не рассчитал, и ты у нас... Опс. Что это? Ну, короче, молодец. Ходи. Отлично, да. Ходи. Так, ладненько. Да. Активирую я тогда вола на ходьбу. Вол сделает вот так. Угу. Это значит что? Это значит выполнение задания. Класс! И моя первая монетка. Бери те понтовые. Не хочу, у меня не прошло, сюда еще не принесли. Да. Ну ладно, играй с этими картонками играй. Так, давай что-нибудь мы это. Что-нибудь мы это. Сделаем же, да? А сделаем мы вы стойкость гриднира на нашего лидера. Угу. Что там дает? Плюс один кубик защиты. Неплохо. И на этом все. Угу. Так. Ну это как бы сейчас был Power Step. Да. Твой ход в Power Step. Давай я сделаю тогда другую штуку. Я делаю два шага вперед. Так, двигаю двух бойцов. Делаю так. Ну, не двигаю, в смысле, а пушу. Пушап. Так, сделаю так. И сделаю, я думаю, что... Вот. Так, наверное. Да, и ты можешь своего бойца тоже на один попушить. Хорошо. Ты знаешь, я даже пока ты ничего не сделал, или да, то не знаю, как ты это все. Ладно, пускай будет так, как есть. Сори. Давай вот это. Сюда. Негодник. Ладно, ладно. Чё, моя активация тогда получается? Да. Что нам нужно? Какие добавки выполнять? Угу. Ну давай тогда мы тебя... Я карту-то не взял. Молодец. Так.
Взял, убрал. Тут... Не продумал. Так, давай тогда. Давай прям лидер. Нападаю или не нападаю? Или просто хожу? Так, а мне там надо... Угу. Не, ну это я уже не успею. Ладно. Так, давай пускай будет. Я думаю... Пускай будет нападение. Так, что у него там? Два куба. Есть один успех. Так, пытаюсь защититься. Ну что, давай тогда я тебя попушу туда. Смертельный гекс. Хорошо. Твоя активация. Power Step с меня нет. С тебя. С меня тоже нет. Отлично. Ну что ж, давай, друг. Так, давай вот он. Да. Ударит твоего. Давай. Чё ж там, давай мясо. Давай устроим. Давай нормально. Бьют топором жаровней. Чё он там? Да, у него просто два молотка и два урона. О. Нормально. Чё, это на крит, что ли, получается? Два урона у него? Ничего себе. Нет. Два урона грузаму. Другие. Бум-пум-пум. Пушить не буду я тебе. Okay. А, нет, пушить. Нет, давай я тебя запушу все-таки. Куда так? Давай. Так, твой power step. Подожди, после, сейчас после... он у меня вдохновляется после этого. Power step теперь. Твой ничего. Мой ничего. Так, давай тогда моя активация. Все будет более-менее просто. Раз, два, три. Сюда подхожу. Итого. Это значит пошел. Все, Power Step ничего не играю. Твой? Да. Ты что-нибудь Power Step играешь? Я, наверное, нет. Ну да, я пока ничего не играю. Так, давай. Это кто там у тебя? А, сейчас, где? Вот это? Четыре жизни, это у нас крошило. Ну, они с громилой вообще одинаковые. Но у них только у одного рассекание на крит, а у другого на крит нокбэк. У этого рассекание, у этого нокбэк. Хорошо. Тогда я активирую я тогда, чё уж там. Гримнира. Давай мы делаем. Вот так, так на него. Не знаю, конечно же. Так, два кубика. Так, один успех есть. Пуш, не пуш. Ну да, давайте я вот сюда. Так, окейшки, окейшки. Давай тогда я следующим подвигаю. Значит, Power Step мы, я так понимаю, пропускаем, да? Да. Оба. Так, моя активация. Ну, пока... Можно, наверное, спихнуть сюда. Так, у него плюс щиты, да? Ага.
Давай так, наверное, сделаем. Раз, два, три, я думаю, вот так. Вот этого буду бить. Давай. Так, у него два куба, один. Стоп. Нет, два дэмэджа. Два дэмэджа. А, моя активация все, power step pass. Хорошо. Так. Ну, давай мы пытаемся что-нибудь сделать. Давай. У меня остался там по атаке только один. И он какой-то такой. Вместе непонятно. Не, ну давай его пустим вот так, с поддержкой. Угу. Какую-то брыву эту. Не знаю. Давай. Так, что он там? А, у меня три кубика. Ну, один урон себе. Ну, есть. Один, да? И поддержка. А, ну все, короче. Мне тогда... Сколько? Один? Да. Толкаешь? Да, это было мысли. И толкаем и тебя. Хорошо, power step? Да нету ничего. Тогда, ну, я тоже пасую, у меня, значит, раз, два, три движения. Сначала взял себе сюда. Вот, в принципе, так, это... Так, штучки сюда. Сейчас еще у нас есть Power Step, если что. Да. Нам в комментариях это... рассказали. Ну, я ничего не делаю. Что не делаешь? Я... Тоже ничего не делаю. Давай считаться тогда. Начиная... Ты ходил первым у нас? Да. Давай, что у тебя? Я ничего не сделал. Слушай, ну не обидно, по крайней мере. Я тоже ничего не сделал, короче. Да. И теперь давай тогда вешать апгрейды. Но как бы... Повесили. Тогда давай. Давай тогда скидывать и набирать карты. Но я думаю, что нашим зрителям не обязательно это смотреть. Поэтому мы встретимся уже во втором раунде. Так, второй раунд. Ну что, Андрюха, бросаем? Давай, я рожу крови. Ух ты, два крита накинул. Да, у меня 4 молотка, только ничего не значит. Дай мой кубик. Держи. Так, ладно, орки сейчас будут. Так, ща. Та-та-та-та-та. О! Так. Ага. Ну ладушки, так. Как бы мне подойти к тебе, щегол. Давай, иди сюда. Ненормально. У тебя вот этот, да, он... Вдохновленный тот, кто на точке. На точке. Ну а что, давай тогда. Чё? А, так, это сброс. Это у нас... Ага. О. Ну, мне ничего не остается. Я, наверное, нападаю на того, который на точке, я так понимаю. Да, ну потому что... Из этих больше всех угрозу... Представляет. Давай тогда так и поступим. Значит, два куба с перебросом. Фуф. Андрюх, все. Ну да, тут нет смысла кидать. Да. Прощай. Прощай, чувак. Андрей, и я играю, смотри. Секунду. Значит, немедленных целей у меня нет. А, но есть реакция. Уловка с реакцией. А, подожди-ка. Значит, я должен, по идее, сейчас получить глорию, да?
так, чтобы последовательность соблюдать. Значит, я убил, я получаю глорию, и есть еще реакция. Сыграть эту карту после выполненного вашим лидером действия атака, которая выбивает вражеского бойца из игры. Значит, сделано. Другой дружественный боец, который еще не выполнял действия движения или нападения, может выполнить действие нападения. Почему бы нет? Угу. Давай тогда мы сюда, наверное, подвигаемся кулаком. Вот. Я думаю. Да. И совершим нападение, я думаю. Или движение выполните. Вот не знаю. Не знаю, не знаю. Наверное, пускай будет все-таки нападение пускай будет. Да, да. И побьем твоего молодого тогда. Давай. У нас одинаковое количество поддержки. Возьмем какие кубы. Поэтому... А что у него? У него ничего. У него, значит, о, крит. И, значит, ты можешь на крит защититься. На крит. Угу. Толкать или не толкать? Вот в чем вопрос. Давай не толкать. Давай не толкать. Мой Power Step сейчас, да? Точнее, мой ход Power Step. Это я, кстати, сыграл. Давай я сыграю великую стойкость на Гурзага. На всякий случай. У него плюс один хит будет. И сколько всего? Итого у него сейчас 4. То есть 4 жизни у него сейчас? Да, 4 жизни, да. Абсолютно точно. На всякий случай обезопасил. Давай. То есть у него сейчас 5 жизней, да? 2 отнесены. У него 5 плюс 6. 5 плюс 1, прости. 6. Минус 2. Да? У него 4, да. Да. Ну окей. А кто там у тебя еще один раненый? А, вот этот. У него 3 хита. Вот этот? Да. Хорошо. Тогда я... делаю активацию, активирую его гримнира и бью его. Я понял тебя. Крит и молоток. Крит и молоток. Я ничего не могу сделать. Нет, ничего не могу. Получается вот так вот, да. Ну это было же, получается, нападение, да? Да, это было нападение. Нет, подожди, ты подходил к нему? Нет. Значит нет. Это атака. Так, окей. В любом случае я выполняю тогда отпрыск мира. В лидером убить. Угу. Да. Да, ништяк. Так, что, Power Step теперь? Угу. Делаю тогда активированные руны, опять же, на фюрклик мира. А, дает мне возможность в атаку перебросить кубик. Ты что, делаешь? Нет. Нет, тогда я делаю... готов к действию. И атакую им же его еще раз. Реакция на что это? На то, что я его прогрей. Ну да. Ну давай. Так, один кубик перебросил. Спасибо за внимание. Кол на кол, да? Классика. Ну да, жалко, конечно. Так, жалко, что я не заинспарился. Жалко. Так, это я убираю. Все. Что, рубка у нас нормальная, да? Так. Погнали. Вторая. Ну что, давай туда. Так. Нападение. На кого? Так, нападение на...
Действительно, хороший вопрос. На кого? На... Да, давай, наверное, вот этого. Давай. Да. Там, в принципе, два. Но зато рассечение, может быть. О, у меня рассечение и крит. Ну что, тебе один урон. И, наверное, я тебя отбрасываю. Хорошо. Так, чего дальше? Дальше Power Step. А, Андрей, смотри, зарабатывайте немедленно, если три или более ваших бойцов выполнили действие нападения в эту фазу. Есть. Так, Глорик. Есть. И добираю карточку. Так, чего еще? Power Step сейчас получается, да? Начиная с меня. Я так свои карты держу, прикольно, да? Надо проапгрейдиться, наверное, надо проапгрейдиться. А может быть и нет. Нет, не буду. Пока не буду. А твой... как бы свой Power Step будешь что-нибудь делать? А, нет. Точнее, ну, свой черед. Не будешь тогда. Сейчас... У тебя вторая активация, да? Или нет? Или была да, моя третья? Моя третья была. Твоя. Моя третья, твоя начинается, да? Подожди, нет. Как-то не так, да? Да. По-моему. Твоя вторая. Ну, правильно, потому что был Гурзак, потом за активацию подошел еще да, один. Давай, так, да, этот, да. Такую твоего это. Ты о чем мы делаем? Я не понял. Так, он у меня... Так, да, ну, так, крит. Да, крит с поддержкой. А, то есть мне, в принципе, даже если я крит выкину, ничего не произойдет. Ну, давай, да, два хита получаю. Да. Два дэмэджа. Так, у меня и того еще парочка остается, еще парочка. Так. Все? Да. Power Step? Нет. Power Step нет. Отлично. Ты свою активацию потратил. Я в свой Power Step... Так, у тебя получается... Это вообще не ходил, да? Нет. Так, давай тогда я сделаю... А черт с ним, пускай будет разгромный удар на него. Он не сможет до конца раунда защищаться. Нападение. Вот. Нападение. Итого у него что? 2 плюс 4. Ух, итого 4. Есть нокбэк у него на крите. Так, поддержки у нас одинаковое количество, но у меня есть один успех. Да, классно. Да, ну я тебя толкаю в смертельный дикс. Да! Так, я тебя толкаю в смертельный дикс. Так, что, мне Глорик? Да, Глорик. Так. Это была третья моя? Теперь твоя третья. Да. Ты с своим чуваком еще не нападал даже. Главным, да? Получается, не нападал. Power Step у нас сейчас, да? Ну, он у меня это. Получается. Power Step, начиная с меня, я ничего. Кого? Твоего лидера. Пытаемся, чего бы нет. Молодым? Молодым, да. Пусть проявит себя. Я его в прошлый раз тоже молодым называл. А почему он молодой? Потому что он... Он по бэку молодой? Да. Ой.
Это что такое вообще? Крит? Крит и успех? Да. Ой, перевернул. Крит и успех, подожди. Ну, то есть мне ничего не вообще никак. Да? Значит, не один дэмэдж? Я да. правильно понимаю? Что, ну, ты ладно. Там не отъехал? Не, у меня еще одна. Где тут? Где тут? Штуки. Все? Да. Ну ладно. Грустненько. А что, моя активация? Да, последняя получается. Так, Power Step что-нибудь там играл? Нет, ничего. Нет, нет. Ладно. Так. Да, жесть. Я в свой Power Step беру карту. Больше. Ничего не остается, кроме как. И... То есть ты до действия сделал? Да, я взял карту за. 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 Я ходил первый, да, получается? Угу. Правильно? А, я чушь. Что-то я затупил. Нет, я же это еще ходил. Ну, конечно, конечно. Что ты? Все. То есть ты перед своей тест ничего не играешь, все. Угу. Давай, да. Точно, что ты? Затупнем. Ну, она уже попадает на него. У тебя переброс, да? Да. Угу. Че, успех? Один есть. Угу. А, крит. Все, считаем. Power step. Что-нибудь? Нет? Считаемся. Начинай с меня, давай. Дальше у тебя тогда кто-то толкнул. Хотя. Нет, ты не мог меня толкать, потому что у меня. А, крит. Ну, да, окей. Да. Так, смотри, двойная. Есть два высших бойца или более. Каждый выросший боец совершил в предыдущей фазе одно действие или более. Так, это раз. Далее есть, было 4 атакующих действия в фазе действия. Лидер выбил вражеского бойца из игры в фазу действия предшествующую. Что еще? Все, теперь ты. Ничего. Нормально так. Окейушки. А, давай теперь вешать апгрейды, если есть. Я хочу повесить на... Блин. Ну, а что нет? Я хочу повесить... Вак на... Даже не знаю, у твоего осталось... сколько хитов у твоего лидера? У него плюс один, да? Нет, у него сейчас 3 хита. А, у него сейчас 3. Я тогда повешу на Крошилу плюс 1 урон, пускай тащит. Зелье ярости я повешу на Грузага. Надеюсь, он доживет. Еще у нас есть... Не, вообще бессмысленно сейчас. Но лучше повешу, наверное, чтобы было больше карточек. Следующий раунд пришло. Так, значит, я вешу Фенрейский кристалл тогда на... Не знаю. Не вижу смысла. Ну, пускай тоже на Грузага. Окей, мы, в принципе, все рядом. Что, тогда добираем карточки и вернемся в третьем раунде. Ну что, третий раунд. Андрей загрустил. Да, что-то все не складывается так, как я хочу. Ну давай, может сейчас сложится. Так, крит, половинка. Крит, мы одинаково кинули, давай. 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 Один первый. Мочи. Смешно. Чего я вообще хоть могу, хоть чего-нибудь? А я чё могу? Так, ну, ладно, пойдём, чё, с козырей. Единственный чувак, который может что-то сделать.
наверное. Фьорд Гремнир, твой лидер убивать. Что у меня уже прям вот. Давай. Не хочу его. Чего там у тебя? Переброс у тебя. Это же атака? Ну атака, конечно. Но это не важно, какая разница. Вот, нормально. Да, успех. Че, мне крит кидать? Нет. Господи. Что, уехал далеко и надолго. Ты не убрал. Че не убрал вообще? Как я подготовился к раунду? Так, ну чё, я делаю тогда ему единственное, что можно, наверное, сейчас сделать. А, я её роняю. Непрофессионально. Плающая душа. Мой боец становится вдохновлённым. Всё. Так, окейшки. Окейшки. Так, вдохновлённым, значит. Ага. Ну давай тогда... Что с ним происходит, прости, пожалуйста? Он стал вдохновленным. А, стал вдохновленным. Класс. А что у него прибавилось? Хипов? Жизнь прибавилась. А, урон прибавился. Да, урон у него появился. Ну, он сейчас мне всех высечет, я там чувствую. Ладно. Давай это... Я смятение сыграю, короче. Вот так вот. Ну, хорошо. Даже не знаю, что это дало. Ну, как так? Знаешь, не так, наверное, Андрей. Все. Буду... точку буду держать. Нет! Это ужасно! Зачем я сыграл эту карту вообще? И так плохо. Нет, пускай все-таки будет бред какой-то. Хитрый. Ничего не поменялось. Пофиг. Фанимся, короче. Ты играешь в Power Step, Андрюх? Я ничего не играю. А, погодь, подожди, у меня есть хорошая карта. Да, и все, буду, короче, сейчас играть. Играешь? Нет, нет, я тоже. Извини, я оглушительный вой. Вражеский боец смежный с вашим бойцом отталкиваю на гекс, короче, вот сюда. Вот. А, подожди, надо было его вот этот затолкать вообще. Не-не-не. Все, так, ладно, подожди. Не, я еще не пасую. Ой, это нельзя. Да, я Вардалакский пакт еще хочу сыграть. Нельзя. У меня нет улучшений. Применимых. Вот гадство. Андрей, короче, моя активация. Давай уж. Давай. Тынс. Так. Ну чего, рамку в первую очередь берем? Давай, рамку, да. Сижу довольный собой. Бью, короче, того этого парня, бью. А я где стоял? Здесь стоял? Да. Да. А это что делает? А. Подожди, я стоял здесь. Ну ладно. Короче. Так, жетон нападения. Нападение. Прошел через... Нет, это потом. Значит, у него ничего. У него два кубика с поддержкой. Одна есть... один успех. Молодец. Ничего. Я могу. Красава. А да. Когда не надо? Что сделал вообще? Игра какая-то. Чувствую, что... Что-нибудь есть? А, ну да, рассчитанный риск. Прошел через спутильный гекс. Мне сказали, что надо играть ее после уже атаки. Да. После последовательности. Правда, ты это не сказал, когда я играл. Ну ладно. Да? Да. Ты тоже эту карту сегодня, да? Ты самая первая, которая сыграла. А, да. Ну ты сам за собой следи там. Короче, надо добрать карту, не забудь. Надо добрать. О! О! Давай. Что это было? Первая активация моя, Power Step. Я, Андрей, ничего не играю. Давай тогда. У меня все плохо. Тогда давай мы Грима активируем. И он бьет тебе ответочку. Ну, давай. У него три кубика.
И я могу один кубик перебросить. Очень круто для такого хрена. О, два успеха. Что я получаю с этим? Конкретно крит. Два урона. Да, два урона. Два урона. Молодец. Молодец. Бьешь меня. А, нет? Нет. Стой. А что мы с тобой это обнимаемся? Как хорошо. Значит, Громила в одном хите остается. Уинспайрится. Ну, уже не важно на самом деле. Он уже ничего не до конца игры не сделает. Давай. Твой ход? Да, мой ход, да. Классно. Классно. Да, тут ничего. Что за ее мое вообще? У него 4 хита у твоего. Раз, два, три, наверное. Да, вот. Что так? Вообще. Не особо важно. В принципе. Останусь здесь. Пофиг. Останусь здесь, Андрей. Давай, буду бить тебя. Буду резать, буду бить. У меня... Ну, я не знаю. Андрей. Ну, что-то какая-то ерунда вообще. Давай, бью тебя, короче. О, поддержка. Поддержка есть, Андрей. Смеш, поддержка. Отлично. Давай, давай. Уф. Чё, один хит тебе? Да. Противный. Да, еще тебе хит. Это было больно. А, все, все, это была моя вторая. Угу, отлично. Что надо было? Ну ладно, давай. Угу, сейчас тогда мы тебе... Давай. Угу. А, давай вот так. Угу. У этого. Сейчас, подожди, пожалуйста. Давай. Один успех есть. С рассеканием. Ты кого бил-то хоть? У этого. С рассеканием? Да. А у меня что есть? Вот этого. Угу. 4 урона. Ну, понятно. Я все хоть что-то делаю. Тоже поздно. Так. Так, ну что, я... Зарабатывать это немедленно. С нападения убил. Угу. Молодец. Power step? Да. Давай. Сколько у него урона? А у него один остался. Нет, он бьет урона каких-то. А, господи. Да, а, он это, он уже не может атаковать точно. Но он не может атаковать, да, это правда. Ну ладно, ничего не делал. Ну вот, думал, блин. Так. Короче. Короче, моя активация. Я перед активацией ничего не даю. В принципе, как я уже говорил. Я сбрасываю тут карту. Еще беру, посмотрю, что у меня вообще есть хоть. Не, в этом раунде первым выбыл из игры мой боец, по-моему. Гурзага ты убил, если не ошибаюсь. Или это было в прошлом вообще? Я не помню. Я помню, никого не убивал у тебя в этом. Ладушки. Давай. Потому что я пропускаю, ты. Да, давай последний, он бьет его. Давай. Мне кажется, ушатаете просто. Ушатаете. Давай даже переброшу. Ну, вообще отлично. Не, ну мне защищаться нечем, все. Включай глорик. Давай считаться. Миссии там ничего не выполняешь.
Миссии. А, подожди, пока считаться, дай мы это сейчас. Еще моя активация. Power Step что-нибудь играешь? Нет, ничего не играю. Ладно, я тогда поменяю. Хотя, подожди. Давай. Сейчас уже. А, делаю вот это тогда. Даже сокровище. Давай. Выберите дружественного бойца и толкните его на расстояние до 3 гексов. В результате он должен удерживать цель. Раз, два, три. Ну ладно. Чё, моя активация, я типа меняю еще карточку. Нет, это не помню. Чё, короче. Так, ну что, считаемся? Давай считаться. Удерживаю цель номер 5. Я вспомнил, что внезапно. У тебя одна такая карта? Одна? Да. Ну ладно, у меня воспрещение, на моей территории нет вражеских бойцов. Круто, чё там? 3. Напикаешь. Охереть не надо пикать. Ну, короче, у меня один с Глори. Ну, такое себе скажу. Такое. Ну что ж, мы уже достаточно уставшие. Я, конечно, офигел. Орков, потому что они мощные, они жирные. И я понимаю, что мне не хватает урона, чтобы лопать их с одного. Мне приходится где-то стоять на точку, чтобы получить вдохновление, но это, блин, теряешь ход целый. В общем, играть было интересно, но я понял, что надо что-то думать в плане, может, карт, либо какой-то определенной стратегии. Может, делать более агрессивную колоду и прям переться. В общем, было интересно, было забавно, мы много даже поугарали. Да, но мы на самом деле сыграли две партии, одну мы сыграли потом уже за кадром, и гномы нас сгрели, орки погибли, как это погибается, устроили варф и полегли. Вот как вы читаете книги, да. Вот так же там орки погибали. Была очень кровавая битва, реально там такое мясо было. И я уже подумал на втором плане, что в принципе с колодой все нормально у меня. Это, возможно, руки кривые, кубики, которые. Да, кубики, решения, которые ты принимаешь в процессе игры, это очень-очень критично. Ну что сказать, такая игра, она крутая, она нам нравится. Вы сами все видели. Да. Вполне, мне кажется, бандами первого сезона можно играть, если нормально. Ну, если, конечно, усилить этими универсальными картами, в принципе. Я специально, у нас же была с тобой установка, скажем так, забалансировать чутка игру там, и сохранить максимальное количество фракционных карт. Да. Вот. Но мне не понравилось, честно говоря, прям хотелось попытаться поверком поиграть. Но орки, я думаю, не последний раз на столе у нас, поэтому... У меня мои личные две банды, вы будете видеть очень часто. Конечно, я буду брать что-нибудь у Романа. Я надеюсь, он их даст. Бальзам на душу, да я готов. Бери, Андрей, бери карточки, бери. Зачем? Я все это копил 2 сезона целых. Так что вставайте с нами. Не забывайте подписываться. Лайки. Влупи лойс за Underworlds. И оставляйте комментарии. А с вами были ребята из Hobbit Wargamer. Всем удачи. Андрей, Роман.